Господа, вы же... Что? Что делаете-то? Выпустите меня, пожалуйста! Не делайте этого! Ну не делайте, пожалуйста! Не запаивайте меня! Пацаны, я тут! Ради бога! Сколько ты тратишь, столько ты и стоишь, Оля. У нас все очень жестко. Ты либо in, либо out. Так что я сел на трубу. И теперь вообще цена. Снимаешь меня? Да, снимаю. Я тебе сейчас все объясню, Оль. Ага. Если хочешь реально подняться в этой жизни, все очень просто. Каждое утро подходишь к зеркалу и говоришь: «Я не такая, как вы, убогий эконом-класс». You got it, baby? Oh, yeah. Okay. Вы не умеете тратить деньги, вы не умеете их зарабатывать, вы херово выглядите, у вас постоянно проблемы, пятница-то обязательно пиво. Я не понимаю. Я тоже. Ну вот это вот Стасика недавно пересел на факт, что это ж видно. Он думает, что все, у него жизнь удалась. Радио было. Бред, или вон на Лексусе смотри. Ну, у тебя же есть деньги, что ты одет как колхозник? А, бутик Черкизон. Я вообще не понимаю, как так можно. Надо же как-то соответствовать, Оль. Да, надо, точно. Это очень важный момент. Я не знаю, я... Я выбираю Фрэнк Мюллер. Вау. Если ботиночки, то это Прада. Прада то, что надо. Да, это то, что надо. Если ремень, то это Луи Виттон, рубашечка Армани. Красавчик. Это очень важные вещи. И самое главное, что люди, которые тебя окружают, они должны тебе соответствовать. Да. Вот это важно очень. Это должно здесь сидеть. Поэтому настоящие джентльмены, они выбирают блондинок.